Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о саундбаре от компании LG, модели SL4. Ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. Надеюсь, что обзор будет для вас полезен, и вы поставите лайк и напишите приятный комментарий. А если вы хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, то рекомендую включить колокольчик и подписаться на наш канал. Саундбар LG SL4 – стильный и компактный прибор, который максимально полно погрузит вас в атмосферу происходящих на экране событий. Мощная акустическая система с беспроводным сабвуфером отличается невероятно четким, объемным и чистым звучанием. Стильный и элегантный внешний вид акустики поможет ей гармонично вписаться в современный интерьер и стать его дополнением. Компактные габариты дают возможность удобного размещения там, где вам нужно, при желании устройство даже крепится на стене. Карбоновый инч-динамик для звучания класса Hi-Fi. Саундбар был разработан для воспроизведения чистого звука без искажений. Особую роль в исключительной чистоте звучания играет карбоновая диафрагма, установленная в инч-динамике. Адаптивное управление звуком. При воспроизведении музыки, фильмов и даже новостей используются разные аудиопрофили. Саундбар имеет функцию адаптивного управления звуком, которая определяет тип воспроизводимого звука и автоматически настраивает звуковой режим для создания идеального звучания. Беспроводной сабвуфер. Почувствуйте ритм с мощным беспроводным сабвуфером звуковой панели. Мобильный и простой в установке, он выдает дополнительные 200 Вт. Многоцелевые возможности соединения. Саундбар имеет различные входные разъемы и удобные опции, такие как оптический вход и Bluetooth. Транслируйте что угодно через Bluetooth. Транслируйте музыку напрямую по каналу Bluetooth с вашего смартфона на саундбар. Синхронизация звука с ТВ. Звуковую панель можно легко подключить к вашему телевизору LG через канал Bluetooth и оптический вход. Просто подключите саундбар к вашему телевизору и наслаждайтесь еще более богатым звуком. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что они жалуются. Рассинхрон звука и картинки. В музыке бас слабенький. Нет среза на нижних частотах. Автоматически отключается после 15 минут бездействия. Только два интерфейса для подключения устройств – Bluetooth и TOS Link Optical. Качественно звучит только до 50% громкости. Дальше начинаются искажения. По мощности и качеству звучания сравним с 2.1 акустикой в диапазоне 5-7 тысяч рублей. Нет TOS Link Optical кабеля в комплекте. Встроенный эквалайзер – одно название. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Чистый звук. Басы в фильмах хорошие. Музыка звучит отлично. Слушать приятно. Простота подключения. Удобство управления телевизионным пультом. Моментальное подключение. Нет лишних разъемов. Беспроводное подключение. Достаточно мощный. Возможно, вы уже стали владельцем такого саундбара и поделитесь своим мнением с нашими зрителями в комментариях. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании. На этом обзор подошел к концу. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также включать колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Всем пока!